Болгария – это не только море и пляж. Здесь огромное количество природных и культурно-исторических достопримечательностей. Недавно я прошла по нетрадиционному туристическому маршруту с небольшой группой по каньону Сухой реки. В роли проводника местного болгарского сусанина выступал Николай Панайотов. А вы готовы к приключениям? Тогда приглашаю вас вместе с нами побывать в каньоне Сухой реки. Ну, а вот она, познакомиться с его растительным и животным миром. Замер! Такая коровушка! Полазить по пещерам отшельников, расположенных на крутых скалах, и стать гостями небольшого сабантуя. Да, это вам не на автобусе по экскурсиям разъезжать. Это вот по настоящей природе топать. Самое неприятное, что очень жарко. Жега. Колючка какая интересная. Не могу одеть кроссовки. Очень жарко. Пока есть возможность, пойду так. Вот с этой стороны подсолнухи растут. С другой стороны пшеница. Ну вот она красота. По принципу, да, потому что мы с вами идем. По принципу, так как, какое лошадь, убача? Горе от гледна точка на далеке татарское. Те не го осъзнават, нали, това нещо. Защото... Ой, зашли. Какой тут яма? Тут деревья, в лесок. Ну, уезжай еще. Ой, вот там вот крепость. Еще древнеримская. А это дубы. Мы под дубами сидим. Сейчас немножко передохнем и пойдем. Зеленая ящерица. Буштер. Какой красавчик. О, головку видно. Замер. Вкусно мне. Какая огромная. Костенурките. И опашката се виждал. Значи костенурките са защитени. Те живеят до 300 години. Ой, какие? И някъде полова зрялост достига след 60-70 години. Ако бях костенурка и сега щях да ба подгоня вече. Се намират. Те се викат, знаеш как ти идат. Е, така правят. И се намират. И аз не знаех ли нещо. И после се обясни, защо на картите, старите карти, древните, Нашите хора са много гостоприемни. Олга! Благодаря! Какво? Двойния стандарт на Русията, веднага пък българите кучето да ги идат. Кусете, кусете. Той Агнешко. Агнешкото... Агнешко я предполагам, али Агнешко? Агнешкото тук е турси. Профинка. Извинявай, аз не забравя. Бо-на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 
Украина. Пуши свой ту наргиле, плеснул три поти с раце. Забыла текст. И я такой не вспомнил. Не забаряма. Это наштеряма дойдя на гос. Здравствуйте. Тесто без брашного, со сничем тесто. Ой, благодаря. И мне дай салфетку, и мне зато и казах часа, кату масленьки. Это бахлава? Бахлава. Тюшма. Здесь для людей. А вот это для скота. Селския туризм включил основно контакт с местным населением. И приходят здесь коровки, следы свои оставляют козы. А это вот эти друзья наши. Пиво себе здесь остужают. Видите, у нас он сказал. Не, то сега водата, дето е минала, май омачкала всичко. И няма да има май такава силна трева. Сега ще видим. Кто какво ще? Такой большой. Это земляничная поляна. Ягодовите полета на Битлз. Ягоду можно искать в такой траве. Да еще и на горе. Намерила. Нашла ягоду. Вот такие. Там еще. Ну, а вот она и мастерка. Вот такая вот красавица пахучая. Очень полезная. Тут и комары летают. Но все равно соберу. Боление на християните в Сирия, те се изтеглят насам. Едно от местата, които те се заселват, това е тук в района на Суха река. И тук, точно в тази част е най-голяма. Не, берете, берете. Аз пари за мащерката няма да ви взимам. Не забори майката да съберем. Върти около това нещо, тук върти. А това тук вече нагоре е Добричка река. Чисто географски го казвам. Ели, те даже и местните. Теперь пак крапиви. У-не-у, идти надо. Это все крапивное царство. Кто-то докладывает, что нет турских войск на около. Классно. Ты направил Ольга горе. Добре, добре. Записываем галпы надолу и си готова вече. Ай. Это коричневая ящерка на камнях. Смотрит на меня так. Даве, даве, ама защо? Няма и иконата, не я виждам. Дали е махната, дали нещо, не знам. А, така? Да. Браво, Олга. Диана? Диана? Спрях. Спряли? Да. Вот. По такому скалистому краю. А тут и устата.
Что? Това е устата на лицето на фигурата. Това е устата. Я. Чакай малко. Это мы как в глазу, что ли? Това са очите. Ние сме в очите. Да, в очите сме, устата е долу. Да, в очите. На лицето. Така се казва тази скала. Това е християнски скит. И са се молили по един. Мы смогли. О. Это шестизвездный туризм. Сухая река – это приток Дуная. Когда-то она была широкой, полноводной и даже судоходной, со скалистыми берегами, где располагается множество природных пещер. Но по мере того, как люди вырубали леса, река мелела, и сейчас на большей части ее протяжения это просто каньон. Сега, имаме още 2 минути, сакачи ми горе. Коровья тропа. Вот так. Туристы. Внимай, где стопаш. Вот. Именно что не знаешь где. Я наоборот их люблю. Иди, я тебя поглажу скорей. Сюда. Мама, Майка. Чьи мамарки? Такая коровушка. Телочка еще маленькая, да? Догнала. Гладиться будем. Давай немножко поглажь, давай. Ай, красота у вас тут какая. Ну вот, а в этом месте сухая река превращается в настоящую. Правда красиво? Ну и как вам такое приключение? Вы готовы повторить этот путь? Я буду очень рада прочитать ваши ответы в комментариях.